которое зерно повезли. Гастагай, началась уборка озимой пшеницы. Первый выборочный обмолот. Директор хозяйства говорит, что ему сегодня требуется 5-6 работников-механизаторов. А в целом по району, насколько он знает ситуацию с фермерами, с хозяйствами, готовы принять на работу около 50 человек. Ну, при этом с жильем, конечно, могут относительно помочь, но с жильем человек проблемы решает сам. Работа есть как круглогодичная, так и сезонная, месяцев до 8-9 в год. Русским людям всегда рады, поскольку даже приходится нанимать граждан иностранных государств. Минимальную урожайность директор этого хозяйства определяет для себя 50 центнеров с гектара.